Вот. В доме у нас так пока. Там у нас раковина. Ну, пока как раковина. Умывальник с ведром. Я тоже все здесь перемыла. Знаете, о чем я думаю, попадая на улицы Москвы? Москва как бы делает все возможное, чтобы закрыть глаза и на спецоперацию, и вообще на то, что происходит в остальной России. Проходят фестивали и ярмарки, кинотеатры и бары, переполненные жаждущими. Яркое освещение и вымытые мостовые. Все как бы пропитано праздником и шампанским. И еще что бросается в глаза. Облик обитателей столицы меняется. Лица становятся все темнее, волосы и глаза чернее. Курьеры с огромными рюкзаками и с азиатской внешностью мечутся туда-сюда. И этот праздник не прекращается ни днем, ни ночью. Ответь, Москва, столица русских городов, как в лихолетье можешь праздновать с размахом? Или всех врагов отчизны мы разбили махом? Или с фронта ты встречаешь так своих сынов? Ладно, население столицы, но и чиновники, в том числе высшие, не представляют, что происходит за границами кольцевой автодороги. Они почти не выезжают из Москвы, полагаясь на рапорты с мест. А стилистика рапортов об успехах хорошо видна в телерепортажах о встречах министров и губернского начальства с президентом. Вы замечали, как глаза докладчиков лучатся от счастья и преданности, гордости от высоких достижений? И вот мне случайно попалось очередное видео из глубинки о настоящей жизни, о быте, поражающем своим реализмом. Я не буду комментировать. Просто посмотрите эти жесткие кадры из современной замкадной России. Всем привет! Наконец-то мы полностью переехали в деревню из города. В городе мы снимали квартиру. Вот такая у нас ограда. Ограду я почистила. Тут очень много было травы. Вручную все убрала. Ну как вручную, в помощь грабли и тяпка. Вот. Сейчас осталось еще здесь дочистить. Буду сейчас тоже все дочищать. Тут хочу сделать, наверное, тоже грядки в огороде. Это у нас там яблоня. Здесь у нас... Земля, кстати, очень плодородная. Не знаю, прям хорошая, чернозем. Здесь еще, говорят, был скотный двор. Так что навозом прям вот это все, или как там правильно, перегноем, очень хорошо все удобрено. Так что посажу, посмотрю, как все вырастет. Да, так что забор у нас там полностью упал. Надо будет тоже его ветром, что ли, сдуло, то ли столбы там сгнили еще. Вот. Такая вот погодка вообще прям замечательная сегодня. Вчера дождь у нас был, позавчера рядом Курганская область находится. Вчера, то есть позавчера. Пожары лесные очень их много. Вот и были, был, короче, большой дым. Смог, вообще дышать нечем было. А вчера дождь прошел, как бы так утихомирилось полегче. Сегодня прям вообще чистый. Чистое небо, чистый воздух. Красота прям. Вот такой вот у нас дом. Дом, в принципе, большой у нас, 70 квадратов. Это у нас слив летний. Муж пока мне так сделал, шланг прокинул. Это только для машинки стиральной. Воду тоже в дом завел, чтобы набирать удобнее было. Потому что в доме очень-очень много всего надо было мыть. Это такая вот у нас вода. Чуть-чуть, конечно, есть песок, но немного. Здесь такое колесо, не знаю, есть по планам то ли детям бассейн из колеса сделать. Если гусей заведу, может для гусей купалку сделать. Тоже гуси очень воду любят. Сделаю для гусей. Не знаю, посмотрим еще. Что-то придумаем. Ох, такая красота. Вообще природа прям. Я, короче, вообще очень-очень рада, что мы переехали в деревню. Дом я сам попозже вам покажу, все в доме. Так что подписывайтесь, ставите лайки, поддерживайте. Наверное, столбы сгнили. А вот там такая красота. Там много заброшенных у нас в деревне очень домов. Ну, в этих домах уже много, вообще много лет никто не живет.
Вот такие дома у нас там. Как-то хочу в лес, надо будет прогуляться. Тоже буду пытаться, конечно, вообще все снимать. Да, вот такой домик, там скворечник. Заборчик такой. И вот заброшенные дома. На соседнюю? Серега. Спроси, Паша, позвони. Очень много заброшенных домов. Вот. Сейчас идем по улице. Так. Да нет, поди, это вот сзади у нас уже дом. Огород тут. Можно вообще заброшки. Это, кстати, у нас с огорода вот одни виднеются. Но... Тут больше половины уже все дома заброшены. Красивые, кстати. Остатки от них что осталось. Видите как. Дом, кстати, вот этот большой был. На две половинки надо было. Тут тоже все, конечно, рухнуло, все рушится. Вот этот, что ли, надо? Нет. Это тоже избушка. Всего скорее нет, это не надо. Давай, позвони. Тоже такой старый дом. Да. А все это за нашими огородами, все развалилось, там даже смотреть нечего. Деревня хоть и большая, но наполовину все дома развалены уж. Так вот разобрали все. Сейчас буду все прибирать, все мыть. У нас от печки стенка тоже. Мне кажется, места намного больше стало. Сейчас все помою, приберу. Попозже обои тут все уберу, потом старые, новые наклеим. Но это будет попозже. Пока вот так вот. Мне кажется, намного кухня больше стала. Это очень все было тесно. Вот так вот идет у нас. Все рушим.